Просто не было к нему иммунитета. Мне последнее нравится. Это ваш окончательный ответ? Да, да. Я не могу долго думать, мне грустно. На самом деле, правильный вариант, у тех, кто умер от ковида, Рождества не будет. Это сказал президент Латвии Эгилс Левиц. Вот он. А то Лукашенко сказал про иммунитет. Это не сказал никто, отмечил Марат. Для латышей Рождество это важно. Да, вот для латышей это как раз было важно. И ну, я начну следить за повесткой, когда мы, у нас начнется наконец-то фронт там какой-нибудь прибалтийский. Это инсайдерская информация? Я боюсь спрашивать об этом, инсайдерская информация.